человек на священной земле. А я-то все думал, когда наши с Анбаэль дороги пересекутся. Ну, где остальные? Ушли. Они притворяют в жизнь план Ксерж. От его плоти разит вонью Анна-Зири. Сестра, поспеши ко мне. Это он. Мы призраки Анна-Зири, хранители Ордена. И мы знаем твою судьбу. Ты поможешь темному королю доставить амулет спящего Селене. Последний выживший. И ты освободишь его. Он этого не сделает. Он ненавидит темного короля. Знаешь же, если ты не поможешь темному королю, его судьба будет предрешена. А мир будет обречен на уничтожение.
Иннас Пресвятой, как ты здесь оказался? Спустился с гор. Я и не знал, что там есть дорога. Она ведет только вниз, подняться по ней нельзя. Тебя, должно быть, послали нам боги. Доблестный герой, пришедший помочь в трудную минуту. Что случилось? Это проклятая нежить. Твари перекрыли вход в пещеру. Что здесь происходит? Откуда пришла нежить? Они пришли с поля боя. Целая армия. О, какое же это было ужасное зрелище. Да успокойся ты. Говоришь, целая армия нежити направляется в вашу сторону. Точно так, добрый человек. Большая ее часть направилась в Терниару, но и на нас они тоже напали. Не беспокойся на этот счет. Хорошо, я разберусь с нежитью. Спасибо тебе, незнакомец. Спасибо. Хоть овощи теперь расти начнут. Точно. Теперь путь к пещере должен быть безопасен. Это просто прекрасные новости. Ты не мог бы сделать для нас еще кое-что? Что именно? Наша деревня. Нежить. Уже у вас в деревне, я понял. Где это? В юго-западной части земель Терниары. А мы пока неподалеку переждем. Ага? Хорошо. Я уничтожу нежить в деревне. Как твои дела? Как твои дела? Thank you.
твои дела? В деревне снова безопасно. Добрый человек, мы хотим отблагодарить тебя. Вот, возьми этот ключ. К югу от нашей фермы в горах находится обвалившийся тоннель. Там ты сможешь найти сокровище. Мои родители сказали мне, что это ключ к сокровищам. А почему вы сами не пойдете туда и не заберете сокровище, коли оно там? Никто не отваживается. Там очень опасно. Смерть подстерегает на каждом углу. Горн? А ты кого ожидал увидеть? Городского стражника или паладина? А их всех укатала нежить. Жалкие ни на что негодные болваны. Так что же, выходит, город захвачен? Ну да. За исключением крепости. Когда мы пришли сюда, я первым делом взялся за топор и переломал немало костей. Теперь хотя бы на улицах вокруг базарной площади спокойно. Послушай-ка, Горн, мне надо повидаться с королем. Это тебе тогда надо с Диего поговорить. Он уже давно присматривается, как попасть в крепость. А где найти Диего? В гавани. Ступай влево вдоль домов, пока не дойдешь до лестницы. Она ведет в трущобы. Поищи Нингала. Он должен быть где-то там. Он укажет тебе дорогу. Нингал сейчас в Торниаре? Да. Когда Диего увидел, что тут творится, он сразу отправился в Туушу и предложил великим магистрам помочь нам сражаться с нежитью.